И наш салатик готов. Подавать его лучше всего прям вот таким теплым видом. Самое отлично получается. Отлично подходит к любому грилю. В Германии практически ни один гриль не обходится. Шашлыки вот с этим салатом. Также к котлеткам. Также подойдет отлично к сосискам отварным. Колбаски какие-то жареные. В общем, такой салат гарнир. Рекомендую вам попробовать такую вот вкуснятину. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы приготовим немецкий картофельный салат. Давно просили меня мои подписчики приготовить этот салат. Существует такие два подразделения, как сказать, два вида этого салата. Основной южный, Бавария, это с заправкой с уксусом, с бульоном. И северный Рейн, Вестфален, где я живу, здесь делают с майонезом. Я люблю больше южный вариант, поэтому сегодня я для вас приготовлю именно этот вариант. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Непосредственно картофель я уже отварил в подсоленной водичке и почистил. Отварил в коже. Картошку важно брать твердых сортов. Потому что мягкая, если будет для салата, она превратится просто в кашу. Поэтому картошка должна быть твердая. Также лучок. Здесь я взял окорок, можно взять бекон. Я взял окорок, потому что у него более интенсивный такой копченый вкус. И бульон у меня куриный. Еще лучше даже подойдет говяжий бульон. У меня не было говяжьего, я взял куриный. Лучок вот такой вот. Уксус. Горчица, масло, соль, перец. И все, в принципе, немного. Так, картошка у меня еще теплая. Я ее уже, как сказал, почистил. Теперь нужно нарезать на такие шайбы, не сильно тонко. Миллиметров по 5. Нарезаем. Картошка должна быть свеже сваренная. Нельзя ее варить с вечера, иначе она не возьмет в себя заправку. Крахмал будет ее сжимать, и она уже будет такая плотная, если вы ее с вечера сварите. И она не будет впитывать в себя заправку. Поэтому картошечка должна быть свеже сваренная, еще мягкая. И вот так вот, таким образом нарезаем. Ну вот, картошку мы нарезали. Теперь займемся заправкой. На сковороду наливаем немножечко растительного масла. Буквально вот грамм 20, наверное. И пошел окорок. Как я уже сказал, можно брать бекон. Но если вы не едите ни окорок, ни бекон, то можно просто сделать все, что я сейчас буду делать, но это убрать. Тоже будет нормально. Многие хозяйки или рестораны делают без бекона. Тут как бы нету прям такого точного рецепта, что каждый делает как хочет. Я просто выбрал вот этот вариант для себя, самый мне интересный, который мне понравился. Так, окорок наш уже красиво подрумянился. Теперь добавляем лук. Тоже нарезанный мелким кубиком. И лук только слегка нужно припустить. Не нужно его до золотистого цвета зажаривать. Он просто, чтобы убрать вот эту остроту, слегка, чтобы он мягкий стал, и все, будет нормально. Ну все, вот так вот достаточно луку. Теперь заливаем все это бульоном. Так, теперь сюда, в нашу заправку, добавляем ложку уксуса. У меня 25%. Посмотрим, если мало будет, еще добавим. И горчицы ложечку такую горкой чайную. Не остро, естественно, то если будет такая домашняя, невозможно будет кушать. Все это размешиваем. Ну и все, все вот наши ингредиенты заправки соединились. Можно заправлять картошечку. Ну и теперь выливаем нашу заправочку поверх картофеля. Вот так вот. Так, нужно слегка присолить,
Картошку я варил соленую, но картошка, как известно, очень любит соль. И окорок тоже соленый, ну немножко присолим. Давай, Тёма, ты тоже. Молодец. Вот так, помощник. И перчика черного намолим. Вот так вот. И давайте так аккуратненько перемешиваем. Как вы видели, заправки было много. Но так как картофель свежий, заправка горячая, картофель сейчас всю эту заправочку в себя впитает. И будет просто классный салатик. Поэтому важно, чтобы картошка была теплая, заправка теплая, чтобы картошка напиталась этой заправкой. Так, пусть чуть-чуть постоит, мы займемся зеленым лучком. Так, возьмем вот такой вот, отлично подходит зеленый лук, молодой, и мелко-мелко нарежем его. И теперь добавляем лучок к нашему салату. И теперь еще раз все это перемешиваем вместе с луком. И наш салатик готов. Подавать его лучше всего прям вот таким теплым видом. Самое отлично получается. Отлично подходит к любому грилю. В Германии практически ни один гриль не обходится. Шашлыки вот с этим салатом. А также к котлеткам. Также подойдет отлично к сосискам отварным. Колбаски какие-то жареные. В общем, такой салат гарнир. Рекомендую вам попробовать такую вот вкуснятину. Ну вот, дорогие друзья, наш салат готов. Как вы видите, он полностью впитал эту заправку, хотя там было 300 мл бульона. Все впиталось, все сочненькое. Давайте снимать пробу. Аромат классный, копчененьким уксусом, горчицей. Просто красота. Ну давайте, друзья, снимем пробу, посмотрим, какая у нас вкуснятина на этот раз получилась. Смотрите, вот такой вот салатик аппетитный. Пахнет, как я уже сказал, обалденно. Это просто суперский салат. Ресторанный. К нему еще какой-нибудь кусочек хорошего шницеля или котлетку, шашлычок. Будет отлично. С холодненьким пивком вообще огонь. Класс. Рекомендую вам, ребят. Тёма, ты будешь пробовать? Да. Давай. Картошку. Картошку ты же любишь. Ну как? Вкусно? Вот. Раз тебе вкусно, значит всем будет вкусно. Папе тоже очень вкусно. Классно. Ну, друзья, на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Всем большое спасибо, что вы с нами, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч. Всем пока-пока. Готов? Готов? Еще будешь? Нет, больше не хочу. Нет? Ой, там у тебя упало. Смотри, там у тебя упало.